Добрый вечер. Поздравляю сегодня всех, наверное, с Рождеством, с хорошим праздником. Вот. А второе поздравляю противник с победой. Спасибо. Сегодня была игра интересная, живая, напряженная. Вот, овертайм решил исход матча. В целом все. Спасибо. Присоединяюсь, поздравляю с Рождеством всех болельщиков, всех россиян. Ну, по игре, что сказать, победа есть победа. Хотя Лада играла намного лучше нас. Что случилось? Ну, возможно, выбились из ритма, да, игрового ритма, потому что за 25 дней, с декабря месяца по 10 мы сыграли всего 4 игры. А потом дальше будет 7 игр подряд. Как-то. Наверное, выбились из ритма. Дальше мы сыграли. Коллеги, вопрос. Антон Анатольевич, ну команда как будто тумблер у нее сегодня включался, особенно в третьем периоде. Проводили некоторые отрезки в очень хороших скоростях. Ну я же сказал, наверное, игровой ритм потеряли, я не знаю. Я сейчас будем разбираться, что можно сказать. Скажите, а у нас как дела у Викон? Лечится. Ну какие-то сроки можете назвать? Нет, не могу. Спасибо.